на английском очень много людей поют, а на русском петь гораздо сложнее. Во-первых, язык сложный, не такой певучий, может быть, как английский. И вообще на русском петь очень сложно. Не думала, что мне хоть один из продюсеров скажет «да», потому что, ну, я не формат. Моя реченька. Все единогласно сказали «да». Ну, так распорядился Господь. Уникальная исполнительница, я считаю, настолько погружается в музыку, что обо всем забывает. У нее какие-то такие уникальные интонации в голосе проявляются. Я благодарна Игорю Игоревичу, благодарна его команде, потому что приложили усилия даже не на 100%, а на 150%. Нина Савицкая, ей просто огромный низкий поклон. Мне не стыдно за нашу работу. Ну, правда, себя хвалить не очень хорошо, но я довольна ею.